Самые свежие стихи в авторском исполнении для юных читателей. В детской библиотеке на Индустриальном проспекте прошла встреча с писательницей Анной Игнатовой. Сюжеты стихотворений и повестей автору подкидывает сама жизнь. Даже о самой обыкновенной питерской луже Анна Игнатова написала большое шуточное стихотворение. Юморные рифмы очень нравятся юным поклонникам, а писателю творческие встречи с читателями дарят эмоции и приносят пользу. С ребятами иногда очень интересно поговорить вообще о вопросах творчества. Что нужно для того, чтобы писать стихи? Мне вот как раз вчера на встрече один мальчик сказал, видимо, у него большой уже жизненный опыт есть в этом плане. И он сказал, чтобы писать стихи, нужен покой. Используя простые сюжеты, автор затрагивает серьезные и злободневные темы, заставляя детей размышлять, что хорошо, а что не очень. Например, в новом произведении Анны Игнатовой о добровольных спасателях поднимается вопрос ценности человеческой жизни.